привет! С вами Военный обзор. Сегодня мы впервые говорим о страйкбольном приводе, а именно об автомате специальном ПАЛ. Что можно сказать об общих характеристиках? Длина 900 мм, 650 мм. Длина стволика 455 мм. Общий вес 2,9 кг. Гирбокс третьего поколения. Емкость механического магазина 75 шариков. Начальная скорость полета 120 метров в секунду 0,2 шарика. Внутренний комплектующий. Гирбокс ЛСТ с мотором для АК-47. Мотор Ультра Хай Торк с коротким штоком. Стволик 6.03 на 455 мм. Камера купап от ЛСТ. Привод выполнен полностью в металле. Складной металлический приклад. Цевьё, рукоятка и магазин сделаны из пластика. Порошковое напыление. Возможность установить оптические прицелы. АТК, ВСС, СВД. Предохранитель. Переводчик огня за спусковым крючком. Так как данную реплику выпускает фирма ЛСТ, можно с уверенностью сказать, что игрушка очень надежная. Я считаю, что данная модель очень хорошая. И думаю, что многие со мной согласятся. Ну а для ярых патриотов и всех, кто избегает общения с пожирателями Биг Маков, это очень хорошая вещь. На этом я заканчиваю свой рассказ. С вами был Лаки Фет из МСКЗ. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не теребонькайте затвор. До новых встреч!